Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня мы здесь собрались по поводу того, что я состарилась на год. Хорошо, отлично. Мне в понедельник исполнилось 16 лет, и вы все меня очень сильно поздравляли. Желали там всего всякого самого. И я вам хочу сказать огромное спасибо, что я вас всех очень сильно люблю, потому что вас уже так много, и я не верю в это, и скоро у нас день рождения моей группы, поэтому я усиленно к нему готовлюсь. И также я себе на день рождения сделала подарок такой, сама себе. В общем, я заказала на заказ, он не важно. То есть я купила себе два вальтрапа и ушки, один для Ластулики, а другой для Оскара, то есть... Я как бы на заказ сделала эти вальтрапы. Сейчас я уже хочу их потрогать, потому что я терплю, тут сижу, смотрю на них и не трогаю, не открываю. Так что давайте. О. В общем, вот эта фигня. А, вам не видно, извиняюсь. Вот эта фигня. Это вальтрапы. Сейчас я их буду открывать, потому что я их уже давно хочу открыть и потрогать, какие они в жизни. Ой, все приклеилось. О, да, я его трогаю. Первый вальтрап — это вот такой вот черный вальтрап с значком Mitsubishi, а с другой стороны надпись Mitsubishi. Это для Ластика. Такой же там был Mercedes-Benz, но я решила, что я хочу такой. Не как у всех. Боже мой, он такой классный. Блин, он на Ластике будет просто офигенски смотреться. В общем, тут у него по краешкам такая вот окантовочка. Я заказала не вышивку вот этой надписи, а печать. Так дешевле было просто. Что тут? О, они стали делать бирочки. Вот тут вот бирочка кодового магазина Ferris. А, в общем, ссылку оставлю. Хотите, заказывайте. В общем, очень классненько. О, вот этот вальтап идет в комплекте с панамкой. Я заказала уши, потому что я хотела комплект именно с ушами. Они просто классные, вот посмотрите. Здесь тоже Mitsubishi и значок. Они гораздо лучше, чем те, которые я заказывала у них до этого. То есть это суперменские и Бэтмен, они гораздо крепче. Они чуть-чуть поменьше, у них вот это вот место. Хоть один размера фул я заказывала на голову Ластика. Они вот тут не свисают, а те бы свисли. Очень хорошее качество стало, еще лучше даже, чем было. Поэтому я очень довольна, я прям такая, рада я просто, у меня счастье. Так, следующего вальтрапа заказала моя мама, но оплачивала его я. В общем, ух ты, фига, вот он вообще классный, он очень классный. Он такой плотный. То есть он очень толстый, это для Оскара вальтрап белый. В общем, он очень толстый, вот здесь особенно сверху у него такая огромная. И мама просила клетку поменьше, и вообще очень классно получилось, то что вот он просто очень классный. И внутри он такой какой-то, такой, в общем, что-то типа не промокало. И здесь у него вот такой цветочек. И по краешку окантовочка. Вот он очень классный. Вот моего качества немного... Он помягче, потому что он потоньше. А этот... Ой, блин, он такой классный. В общем, ребята, если вы хотите что-то необычное для своей лошади, вы берете и заказываете это в конном магазине Ferris или Фарис. Неважно, я вам скажу, оставлю ссылку. Потому что вот этого счастья мне хватит очень надолго. Потому что Ластуленька в этом поедет на ЦФО. И Оскар вот в этом поедет на ЦФО. И вообще они мне все поедут красивые, кроме кобылы. Потому что она сейчас немножко дурит. Так что, ребята, с вами была я, Ксения Кузнецова. Спасибо огромное за поздравления. Просто вот еще раз, вот прям огромнейшее спасибо. Всем пока.